И всем привет, вы на канале Тыковка ТВ. И сегодня я снимаю видео, которое называется «Утро Клавдии». И начнем. Что случилось? Ой, уже утро, не хочу вставать. Ладно, встану. Ой, да. У меня утро, скажу вам честно, не очень хорошее. Потому что каждое утро я встаю раньше всех. Раньше моей сестры, которая спит. Ну, и мне надо еще завтра готовить. Поэтому вот. Я беру очки свои. И одеваюсь каждое утро. И, конечно же, заправляю свою постель. Так. Ну вот я и заправила свою постель. Так, расскажу теперь я вообще, как у меня утро, можно сказать. Что я вообще утром делаю? Во-первых, я старше моей сестры, поэтому я, как старшая сестра, должна делать завтрак. Холодильник у нас, скажу, не в лучшем состоянии. Да. Зато я знаю, что взять. Так, сегодня моя сестренка будет кашу. Очень полезную кашу есть. Очень. Упс. Надеюсь, она не встала. Так. Каждое утро своей сестре я предлагаю вот эту вот фрутоняня. Еще я ей наливаю воду в школу, а сама я, конечно же, наслаждаюсь сейчас. Где это мясо? Где мое мясо? А вот сама я ем вот это как это шницель, если не ошибаюсь. Я люблю просто, ну, мясо кушать на завтрак. Еще я пью тоже воду. Я пью воду, а она на завтрак пьет чай. Да. Это, в принципе, мой завтрак. Я много не ем, я же слежу за своей фигурой, поэтому я не люблю много есть. Поэтому я предпочитаю утром поменьше есть. Так, сейчас я все приготовлю, секундочку. Вот, здесь наш стол. Ой, чуть не забыла. У меня есть еще собака. Это мой пёсик. Его зовут Рекс. Да, это Рекс. Это наша собака. Он еще щенок. Еще у нас есть кошки. Сейчас, секундочку, я это дойду. Вот, это наши кошки. Это кошка и ее котенок. Ну, да, как вы видите, у нас тут много зверей, ну, животных. То есть я очень люблю животных. Я люблю за ними ухаживать. Здесь они меня едят. Так, ну ладно, что-то я разболталась. Теперь мне надо накрывать на стол. Так, вот и готов стол. Я много не накрываю, потому что, ну, вы сами поняли. Я не люблю, когда утром много едят. Поэтому вот. Это каша для моей сестренки. И для меня вот это мясо. Сейчас надо ее будить. Как обычно, она встает позже меня, поэтому я ее бужу. Клодин, вставай. Ничего тебе. Не видишь еще. Клодин, ты в школу опаздываешь. В школу как? Я не могу опоздать. Все, я встаю. Где? Где? Что? Что? Где? Где я? Ты дома, все в порядке. Иди завтракай. Ого, опять завтрак. Каша. Фу, не люблю кашу. Давай. Иди, иди, иди. Ма, господи. Ну, в принципе, это и есть мое утро. Оно небольшое, я сама завтракаю. Потом я иду одеваюсь. И, в принципе, все. А если вы хотите увидеть утро Клодин там или других моих подружек, то напишите в комментарии. И всем пока! Подписывайтесь на канал Тыковка ТВ, ставьте лайки и смотрите
мои видео. Всем пока! Пока-пока!